Итак, вот система, которая работает от аккумулятора, насос 12 вольт, емкость для воды, вход в насос, подача с насоса идет на колонку, колонка поддерживает возможность включаться от небольшого давления. Единственное, что ну вот от этого насоса, а он дает около 5 метров подъема, она включается, вот тут среднее положение, вот тут не на самом маленьком, ну вот где-то вот недалеко от меньшей подачи воды. Вот здесь максимальная подача воды. Вот здесь средняя, и вот где-то здесь уже начинает срабатывать насос при этом давлении. Так можно, но тогда давление нужно немножко больше. Значит, ну вот приблизительно так. Сейчас будем смотреть. Что с колонкой? Она очень маленькая, как видите, вот по сравнению с обыкновенной колонком Вайланд. Вот ее часть. Она бездымоходная, то есть у нее сразу выход газов идет вовнутрь. В принципе, это абсолютно нормально, особенно для ситуации, что здесь газ горит немного. Например, у вас на печке 4 конфорки горит, и не всегда есть вытяжка, допустим, да, или, например, в автодомах над газовой печкой нет вытяжки, хотя там 3 конфорки горит и нормально. Здесь газа может быть даже меньше, чем с 3 конфорок. Сейчас все увидите. Значит, как это работает? Ну вот я подключаю вот так вот, накидываю клемму, включается насос. И включаю, загорелось. Сейчас дойдет сюда. Вот таким образом, может быть, видите, что вода парует. Когда я закрываю напор, смотрите, закрываю, погасло. Открываю, так чтобы было сразу видно и то, и другое. Вот тут у меня выключатель. Открываю воду. Немножко добавим. Вот здесь чуть-чуть не довключил. Вот в таком положении уже срабатывает. Вот такой душ. В принципе, вот такой душ. В принципе, приемлемый. Вот я сейчас, смотрите, опять-таки поставлю так, чтобы было видно. Закрываю. Погасло. Открываю. Загорелось. Опять-таки закрываю. Погасло. Открываю. Загорелось. По ощущениям вода, ну, сейчас она пройдет, чтобы вдруг это остаточное. Ну вот при таком слишком горячее, невозможно купаться, нужно немножко уменьшить газ. Отсюда возьмем и чуть уменьшим. Ну вот, смотрите, вот такое состояние. Думаю, что это меньше, чем 2 или 3 конфорки в автодоме. Работает хорошо, сейчас уже совсем, ну, сейчас не, все равно горячая. Еще меньше делаю газа, потому что, ну, при такой держать не могу руку горячо. Вот такая ситуация. Значит, здесь вот я держу руку, вот горячевато, конечно. Вот где-то аж здесь я могу держать руку. Газы достаточно большие. Могу ли я еще уменьшить?
газ. Вот я еще уменьшу и буду смотреть, приемлемая ли температура воды. Правда, ее надо холодную налить, она по кругу ходит, теплая добавляется, и может быть это меня сбивает с толку. Вода в бочке уже немножко тепловатая, поэтому может быть, ну, неправильный с теплой в теплую лучше сделать. Ну, смотрите, минимальный огонь, и этого будет достаточно для вот такого купания в душе. Мне кажется, очень даже приемлемый вариант. Так что, ну, вот такая ситуация. Газ здесь подведен природный, магистральный, как в доме, но при смене форсунок на пропан, форсунки ставятся с меньшим диаметром отверстий, и то же самое будет для работы с пропаном. Ну, а сейчас, значит, как вы можете делать, например, если через всю систему у вас проходит вода полностью в самом начале, вы можете, например, вот здесь выключить, и все, вода все равно идет, но не подогревается. Сейчас она немного выйдет и остынет с колонки. Как только вы захотите теплую воду, можете вот здесь кнопочку включить. Загорелась, газ включился, у вас подогревается. Ну, вот такая схема. Я специально снял кожух для того, чтобы он очень приличный, красивый, не будет портить дизайна. Вот здесь загорается при зажиге лампочка. И смотрите, не нужно делать специально вытяжку. При самом маленьком газе, вот здесь я уже держу руку. Вот здесь возможно держать руку. Здесь есть такой козырек, который будет сбивать теплый воздух в середину и не идти на потолок. Ну, в принципе, в течение 5 минут вот такая схема очень даже может работать. Так, вот я еще на самый минимум поставил. Ну, сейчас вода горячая, потому что в середине поступает теплая вода, и из теплой делает горячую. Вот такая схема. Работает от обыкновенного аккумулятора, и в автодом это как раз самое оно будет работать очень хорошо.